Сегодня у нас такой семинар, он посвящен даже не столько спортивной медицине, сколько роли в спортивной медицине обычных врачей, потому что наверняка к вам зачастую приходят ваши пациенты с какими-то вопросами. Спорт стал очень моден просто в последнее время. Я, Олег Талибов, клинический фармаколог. Сегодня мы будем разговаривать с Эдуардом Безугловым. Эдуард – спортивный врач, это главный врач сборной России по футболу, председатель. Расскажи все свои титулы. Ну, кем ты работаешь? Да. Олег правильно сказал, что я главный врач России по футболу, председатель медкомитета РФС, член медкомитета УИФА, это европейского футбольного комитета, можно сказать, и преподаю на кафедре спортивной медицины 1-го МГУ им. Сеченова. Ну, наверное, поэтому здесь, потому что эта кафедра является точно ведущей как раз именно в медицине спорта высших достижений в нашей стране. В общем, да, действительно, вы, наверное, подумаете, что если собрались клинический фармаколог и спортивный врач, то мы сейчас, естественно, заговорим о допинге, тем более, что эта тема актуальна. Но забегая вперед, скажу, а про допинг все-таки будет. Этого мы обойти не можем, особенно в сфере вообще всех последних событий. Но сперва я хотел бы начать немножечко с другого. Я хотел бы просто поговорить о том, что в последнее время действительно пошла мода на спорт. С одной стороны, это хорошо, да, то есть мы, достигая какого-то возраста, мы продолжаем заниматься спортом, боремся с дурными привычками, с, я не знаю, там, поддерживаем режим питания. А с другой стороны, вот, Эдуард, я думаю, ты не дашь мне соврать, все-таки ты бегаешь марафоны, и причем твои результаты в марафоне, они потрясающие. Вот много народу бегает марафон, что называется, мы говорим, марафон с дивана, то есть неподготовленные фактически. Да, кстати, гораздо больше, чем хотелось бы. Потому что, с одной стороны, слово марафон для обычного россиянина. Что ты делал вчера? Бежал марафон. Сколько это километров? Ну, марафон это только 42 километра, 95 метров. Да, не спрашивайте, 10, 15, не спрашивайте, да, марафон, да, сколько километров. Это всегда одна дистанция, ее преодоление, это всегда это непросто. И вот эта кажущаяся легкость в социальных сетях, в Фейсбуке. Соседка пробежала, коллега по работе пробежала, который точно, на ваш взгляд, менее спортивным, чем вы. И в школе вы там 30 раз подтягивались, бегали кросс, вам кажется, легко, взяли кеды, набережная в парке Горького, асфальт, побежали, все, Инстаграм, селфи, все делаем. Но чаще всего это заканчивается не финишем на дистанции марафонской. Потому что подготовка к марафону – это занятие должно укреплять здоровье в любом случае. Кто скажет обратное, ну, пусть подтверждает какими-то данными научными. Нет данных. Если все грамотно делать, здоровье должно только укрепляться. Ну да, ну действительно, бег, например, бег, мода на бег пошла. Я не знаю, ты когда первый раз в жизни бежал марафон, например, в Москве? В каком году? Начал бегать в 2011 году с Риги, но в 2012-2013 бежал московский марафон. Кстати, очень хороший марафон, но я уже бежал в новую историю. Ты уже бежал в новый марафон. А я первый раз бежал в 2010 году еще марафон мира. И нас было 800 сумасшедших. Там бегали по набережной кругами. А сейчас вот последние старты, например, в Москве, в Москве не самые большие старты. Я бы даже сказал, что они небольшие. Но вот сколько бежит там всего в разных дистанциях? Там 10, 15, 20 тысяч? Ну, в этом году бежало точно не менее 10 тысяч марафонцев, и 1017 бежало, по-моему, десятку. То есть это действительно, это становится модой. И вот просто появились модные виды спорта. Модные виды спорта, бег на длинной дистанции моден, потому что он прост. Потом можно купить себе хорошие кроссовки. Ну, казалось бы, ничего не требуется. Да. Кроссовки, да. Да, купи кроссовки, там, трусы, майку, все, и вперед беги. Цифра 42, да, потому что если бежать, надо бежать марафон, что бежать-то иначе. Это наша российская ментальность. Да, у всех гаджеты сейчас, да, там, зачекиниться везде, там, сделать селфи, там, засебячиться, послать в Инстаграм. Медаль же опять финишера. Медальку повесить красивую дома. А потом еще появилась мода на кроссфит, например, еще один популярный спорт. Потому что немножко, ну, красивый спорт, что и говорить. Быстрый результат зачастую. Быстрый результат. Масштабируются тренировки, то есть собираются люди, ну, даже в группе люди с разной подготовкой выполняют разный, по сути, объем нагрузки, и всем кажется, что все работают в команде. Немножко секта. Ну, я думаю, что это так же, как секта, как и условно как и бег, тоже секта. Но вот кроссфит что отличает? Я несколько лет назад снял даже программу про кроссфит на Матч ТВ. Знаете, они чуть-чуть такие тогда агрессивные, когда пытаешься что-то сделать не так, как по их разумению, должно дело складываться. Вот чуть-чуть менее агрессивности в кроссфиту и чуть-чуть больше контроля за тренировочным процессом, и цены, по-моему, не было. Ну, кроссфит все-таки такой тестостероновый вид спорта. По определению, наверное, что ожидать, да, от ребят, которые могут делать 500 бёрк. И опять-таки Инстаграм. И вот сейчас в спорт приходят потрясающие люди, в спорт приходят пациенты, которые раньше, они вообще, близко не подходили к спортзалу, мы считали, что это вот инвалиды. Я сейчас просто покажу два ролика. Вот это вот парень, который живет в Уфе, вот посмотрите, у этого парня детский церебральный паралич. Он занимается кроссфитом. Парень с ДЦП, понимаете, ему говорить очень сложно из-за спастики, но при этом он работает с тяжелой штангой. А вот это, что меня больше всего потрясло, он пару лет назад пробежал марафон. Вот он на финише дистанции. Я не могу сказать, что он пробежал очень быстро. Он пробежал его там за 5 часов с копейками, но он пробежал. Он бежал 42 километра. Вот. 42 километра с детским церебральным параличом. Причем, заложено, в нем подготовился, он явно бежал не с первой тренировки. Он тренируется, этот парень очень серьезно тренируется. Кстати, это не единичный случай в нашей стране. Есть ребята, даже их в Лужниках видел, уже взрослый мужчина, который регулярно тренируется, тоже финишер нескольких марафонов. Но потрясающе. И вот самое... Непонятная ситуация возникает, когда порой вот эти люди приходят к врачу. Этому парню, этот парень наблюдается у невропатолога, или кто-то наблюдается у терапевта. Вот человек приходит к врачу и, естественно, задает вопрос: доктор, я хочу пробежать марафон. Вот какие основные риски у марафона вообще? Что мы можем сказать? Во время самой дистанции, если человек готовился, то минимум здравого смысла ничего произойти не должно. Вовремя есть гели, грамотно разложить силы на дистанцию, хотя это редко получается, ажиотаж, это первый марафон. Вот все самые большие проблемы возникают во время подготовки к марафону. Какие проблемы? Вот я на приеме часто вижу ребят, у меня прием большой, связан в том числе с бегунами, в том числе любителями. Самая частая проблема — это стрессовые повреждения костной ткани. Самая трасса, которую у нас в стране почему-то не диагностируют. То есть это просто вследствие больших объемов? Конечно, субмаксимально часто встречающая нагрузка, группа риска: бегуны, бегуны-любители, девочки, девушки, которые бегают, а у нас российские женщины сразу что-то начинают сразу рвать, метать, вообще не видят цель, не видят препятствий. И разные формы, не буду называть ее перетренированности, перенапряжение патологическое, которое может проявляться нарушениями ритма, а может проявляться какими-то психологическими аспектами, можно занять миалгией, чем угодно, потому что мы абсолютно ничего меры не знаем, потому что это случается, мы виним что? Мы виним спорт. Жена говорит: добегался, друзья говорят: добегался. Спорта здесь при чем? Да? Грамотно готовиться, грамотно готов. У меня бегает вся семья, брат, жена, отец, все бегают. И мы бегаем не потому, что мы какие-то безумцы. Весь мир бегает, весь мир бегает. И не потому, что, Олег, ты правильно сказал, что это самый доступный, простой вид активности. Если грамотно, все сделать, он должен укреплять здоровье. Другой вопрос: если вы приходите в спорт, имея какие-то нарушения в работе сердца, которые часто латентно протекают, мы прекрасно это понимаем, какие-то нарушения в работе почек, какие-то проблемы с суставами, и начинаем, и на фоне тренировок это вылазит, это вылазит на фоне любых тренировок. И самое главное, надо забывать, что куча заболеваний, которые мы боимся, снижающих качество жизни, атросы и прочие, они напрямую связаны с лишним весом и слабым мышечным корсетом. Занятие спортом – это лучшая мера для того, чтобы снизить вес, укрепить мышечный корсет. Мы почему-то это забываем. У нас все врачи запрещают заниматься спортом. Во всем мире рекомендация ровно обратная. Кстати, видимо, у меня тоже складывается впечатление, что проще запретить, как бы чего не случилось. Мы дальше просто поговорим, как анализируют ЭКГ у спортсменов. Но сейчас, действительно, возьмем марафон. То есть, кажется, что марафон бежать страшно. Это похоже на полеты на самолете. Самолет – самый безопасный вид транспорта, но большинство людей боятся летать на самолете. Такой рациональный страх, потому что высоко, падать долго. То же самое с марафонской дистанцией. Кажется, как так, 42 километра нормальный человек не может это бежать. Вроде как мрут там все чудо, через одного. Хотя данные говорят ровно обратно. Какие действительно риски есть? В первую очередь, это костные и суставные повреждения, потому что, я не знаю, если я буду бежать марафон, сделаю, наверное, за 42 километра, но у меня шаг подлиннее, 35 тысяч шагов, например, условно. 30-35. Еще менее готовый человек, он сделает, не знаю, он больше 42 тысяч шагов сделает, если бегут медленно бегуны совсем коротким шагом. То есть это 42 тысячи соударений с асфальтом, потому что марафон это все-таки асфальтовый бег, то есть это и позвоночники, и суставы. Ты мне рассказывал, что были какие-то данные, что у бегунов на длинные дистанции страдает мозг. Опять же, да. Интересно. Все мы говорим, что бокс вреден. регби вредно, потому что мозг страдает, да? А есть такие марки поражения головного мозга, ну, всем врачам известно, там нейронно-специфическая налаза, там белок С100, протеин С100 и так далее. Вот у бегунов на длинной дистанции, причем любители, причем это джогинг, это не какая-то там экстремально высокая скорость, у них вот эти ферменты повышались больше даже, чем у регбистов и у боксеров, да, даже у боксеров-любителей. При этом мы, кстати, Олег, мы же с тобой сегодня недавно делали работу по футболу, тоже изучали влияние игры головой в футболе на повышение ферментов. И выяснилось, что разницы нет. Бей, не бей, он одинаково повышает. С чем это связано, мы пока не знаем. Ну, сейчас наши слушатели острят по поводу голов футболистов, я так понимаю, мы немножко подставились сразу же. Но ладно, мы тоже покажем эти данные. А какие еще риски? Марафон, вот... Говорят, что там раньше когда-то нас учили, еще когда мы в школе там занимались физкультурой или занимались там в ДЮСШ где-то, там тренеры говорили меньше пейте во время тренировок. Ой, Олег, это знаешь, был такой... это вот футбол, на мой взгляд, находится на пике, ну в футболе мировом больше денег, УИФА, ФИФА много внимания уделяет, исследования и так далее. И мы как-то, мне кажется, мы когда впереди идем в этом направлении, делимся знаниями с другими видами спорта. Вот даже в футболе до недавних пор были тренеры, которые искренне считали, что время тренировок пить не надо, надо терпеть, потому что ты же в игре, не будешь пить. Ну, почему нельзя пить в игре, я искренне не понимаю, в паузе, там всегда это время есть. Заставляли терпеть. Ну, понятно, глупость полная. Во-первых, это просто опасно для здоровья, во-вторых, это снижает работоспособность. То есть, когда что-то жажда появляется, по большому счету, уже поздно. Другой вопрос, вот здесь у нас на слайде тоже есть, тут главное не переборщить, да, потому что понятно, что гипонатриемия встречается гораздо реже, чем обезвоживание, но тем не менее она гораздо опаснее с точки зрения последствий. Ну, пить обязательно надо, не держать чувство жажды, но обычно там каждые 15-20 минут, и сейчас, вот, когда мистер Капелло пришел в сборную в 2012 году, первое, что он сделал, ну, причем не обсуждаясь, он с нами не обсуждал этот вопрос, ну, мы были только за. Каждые 15 минут тренировка останавливалась, массажисты выбегали на поле с изотониками, с водой, ну, на любителей. Все обязательно должны были пить. У Слуцкого, у Черчесова все равно то же самое. И мы понимаем, что на последние годы во всем футболе, по крайней мере, элитном, так, приезжаешь в детский, какой-нибудь там Иван Иванович, легенда футбола из Брянска, тренер, детки маленькие бегают, полуживые, 2 игры в день, 8-й день турнира, пить нельзя, есть нельзя, вот, и он их умудряется потренировать еще между 2 играми в день. Вот все, что надо знать о российском детском футболе, условно. Ну, на самом деле, еще один такой риск есть, конечно, в марафоне, это погодный фактор. Потому что, ну, какая там оптимальная температура, чтобы бежать длинную дистанцию? 8-10 градусов, да? Ну, здесь она практически никогда не бывает в нашем распоряжении, поэтому мы можем, или было холодно, или было тепло, рассчитать тяжеловато. Да, конечно. Но при этом, когда там температура повышается выше 22-24 градусов, уже надо понимать, что, конечно же, спортсмен выходит на дистанцию на свой страх и риск, потому что риск теплового удара, из перегрева. Причем даже бьет, если на высоких температурах. У меня в Роттердаме был классический тепловой удар по температуре воздуха плюс 20 градусов. Ну, вот. Классический тепловой на финише со всеми вытекающими последствиями, с тахикардией, с гипотонией. Ну, да. С хорошим темпом. Да, поэтому перебрал, перегрелся, не допил, да, все верно. Вот. Ну и еще одна проблема, связанная с длительными пробежками, это то, что есть мнение, что длительные пробежки приводят к повреждению сердца, просто к повреждению миокарда. Очень длительная работа сердца, очень длительная перегрузка сердца, не только в соревновательный период, но и в тренировочный период может привести к его повреждению. Вот сразу же хочу поговорить немножечко о риске внезапной смерти. Дело в том, что во время марафона... Дело в том, что каждый случай смерти бегуна на забеге, он, ну, это пристальное журналистское внимание, это все газеты начинают кричать там, бегом к инфаркту, что-то еще. Вот, у нас, ну, несколько случаев было уже в стране, в мире эти случаи тоже все, конечно, регистрируются. Просто вот наши шведские коллеги, они сделали метаанализ. И вот они посмотрели по разным данным в разные годы, какой был риск смерти на 100 тысяч человек. Ну и вот средний риск получился от 0,8 до 1,2. Мы про марафон говорим. Да, мы говорим именно про марафон, про 42 километра на 100 тысяч бегунов. Если сравнить с риском, например, во время планового лечения зубов, планового, не какого-то там, не знаю, не какой-то стоматологической операции, то есть это риск 0,36 на 100 тысяч человек в США. У нас таких данных по стране, понятное дело, нет. И не будет. Да, и не будет в ближайшее время, в всяком случае. Во время родов, вот он риск, 12,25 на 100 тысяч. Ну, к счастью, во время перелета риск в 10 раз. Ну, как раз о чем договорил. Да, что летать и летать безопаснее всего, даже безопаснее, чем бегать в марафон. То есть, на самом деле, этот риск... Он, вот умереть внезапной смерти именно во время марафонской дистанции, он приближается к популяционному риску внезапной смерти, просто к общепопуляционному. Поэтому, конечно же, просто внимание журналистов, внимание прессы, опять-таки, вот как и внимание к любой авиакатастрофе. Мы всегда знаем об авиакатастрофе. Ну, это всегда массовое мероприятие. Да, это медийный повод, конечно, называется. Конечно. А так вот они, эти риски, они не настолько уж велики. Но при этом, при всем, в Российской Федерации, плюс я еще видел это в Италии и во Франции, в Риме и в Париже, требует обязательно справку от врача для марафона. Вот расскажи, пожалуйста, о своем опыте в этой области. Ну, я бежал как раз наши старты, справку сам себе не выписывал, скажу честно. Один раз я прошел полноценное исследование, потому что, ну, жизнь-то моя вроде как, да, и я умом понимаю, что меня вообще в жизни ничего не беспокоит, даже во время обычных тренировок, а что случится, проходил. Но что происходит в России у нас? Справки обычно покупают курьерами, стоят 400-500 рублей, ну, максимально глупое занятие. С другой стороны, прийти в поликлинику, попробовать получить легально справку, с очень большой вероятностью могут отказать. Почему? Брадикардия 55. Да? Вот найдут какую-то там пролапс центрального клапана первой степени, какой-то дополнительный хорду в левом желудочке найдут, а при этом пропустят удлиненный интервал QT условно. Есть, я очень хорошо общаюсь, ну, считаю, наш товарищ профессор Леонида Михайловича Макарова, я считаю, одним из лучших вообще в мире спортивных кардиологов, и на вопрос на предыдущей конференции по сфере медицины я спрашиваю его, а он занимается, чтобы ты понимал, элитными молодыми спортсменами, которые со всей страны приезжают к нему в центр московский, для того, чтобы он уже, ну, скажем так, окончательно сказал да или нет. Я говорю, Леонид Михайлович, вопрос задаю, сколько процентов спортсменов, приезжающих с абсолютным противопоказанием за этим спортом на высоком уровне, эти противопоказания не имеют? Знаете, сколько он ответил? 80%. То есть людей в регионах, это надуманные, да, противопоказания. Игроков, спортсменов, сборных привезли в Москву с абсолютными, а у них их просто нет. И другая крайность. Он ведет регистры, участвует в создании мирового регистра, российского регистра, с Минобразованием плотно работают. В 2016 году, по-моему, было 211 смертей детей, к сожалению, трагедия на уроках физкультуры. Олег, они все имели справки, допуски и на ЭКГ, которые они тоже задавали. В подавляющем большинстве случаев были видны проблемы, чаще это удлинение интервала QT, которые абсолютно были противопоказаны этим спортом. То есть две крайности. Там гипердиагностика, здесь фантастическая опасная халатность, гиподиагностика. Поэтому, может быть, я, честно говоря, россиян понимаю. Но здесь, опять же, надо понимать, что это наша жизнь, она не раздается. Когда Олег говорит про эти случаи, когда случается 0,8, 1,2 на 100 тысяч, ну, по Москве вот эти случаи, они все хайповые, все о них мы знаем. Конечно, там, да, тромб оторвался, инфаркт случился. Это... Обе нозологии не появляются на ровном месте. То есть это было и до марафона, и человек не обследовался. То тот же тромб в венах голени, да, ну, понятно же, можно было определить. Поэтому здесь я считаю, что с одной стороны от риска, который существует, никогда не пробежать марафон существует, но надо искать центры, надо... Жизнь одна. Ну, с другой стороны, вот представь себе, вот ты сидишь, вот ты не главный врач сборной по футболу, и не в УИФА, ты и не в РФС, ты просто вот сидишь на участке. И вот я к тебе прихожу, вот такой прихожу, говорю, доктор, мне 51 год. Ну, у тебя голова седая, я хочу марафон пробежать. Ты меня спрашиваешь, естественно, марафон-то сколько километров? 42. Психиатру сразу. Да, вот да. Я просто помню историю, это, правда, еще из Советского Союза, когда... По-моему, в журнале «Юность» это публиковалось, когда кто-то решил там поучаствовать в триатлоне. Триатлона еще в СССР не было, и он там хотел куда-то за границу ехать, выступать. Он пришел в физкультурный диспансер, а это был спортсмен, профессиональный спортсмен. И он объясняет своему доктору, там, ну, обследуйте меня, я хочу бежать триатлон. Что это такое? Ну, это там плыть почти что 4 километра, потом 180 километров на велике, потом 42 километра уже марафон. Он говорит, ты за сколько дней это собираешься сделать? Он говорит, ну, я там хотел бы там часов за 10. Вот. Его, естественно, послали. Но он пошел в другой физкультурный диспансер другого района. И говорит, что такое триатлон? Он говорит, это биатлон, который летом проводится. Ну вот, да, вот тогда, пожалуйста. Дали допуск, да? Да. Просто вот я действительно боюсь, что если я буду честно получать справку, А честно, на всю страну признаю, что это нечестно. В своем возрасте не получишь. Вот я не получу. Я приду к врачу, я там разнервничаюсь, у меня будет гипертензия белого халата. Мне скажут, что ты занимаешься спортом, у тебя там даже не брадикардия, вдруг тахикардия. А если еще каким-то образом дойдешь до травматолога и расскажешь, что когда-то была травма, разуколенного сустава, никак не беспокоит. Делают рентген для начала. У любого человека в возрасте 50+, артроз уж первой степени, ну, он и законно должен быть. А уж если сделать МРТ, а МРТ сделать в нужных последовательностях, потратить на те время, грамотно расшифруют, да, то хондромаляция 1-2, мениски дегенеративные 1-2-3 легко. И тут можно вместо марафона загреметь на операцию. А, еще предложат сустав. Конечно, да? это дороже. Да. Ну, поэтому, да, здесь, конечно, у меня есть друг, могу с другом назвать, Сергей Панферов, может быть, тоже о нем знаешь. Это первый российский ультрамен. Это когда 200 километров плывем, 420 на велосипеде, 85 бежим. Он лишился почки. Это открытая история, потом можно не рассказывать. Лишился почки, опухоль почки, причем лапароскопически не смогли, через абдоминальный доступ было все. В Швейцарии была операция. Через 3 месяца после удаления почки, через лабораторный доступ, он пробежал марафон в Париже. За 3:28, очень по этому поводу был расстроен, что медленно. Плохо пробежал. Да, после... много, 3 месяца прошло, не успел. Да, после операции не успел подготовиться. У него был лабораторный доступ, с ним познакомились. Он говорит, у него рубец, соответственно. Он говорит, пресс качать можно? Я говорю, ну, что не будете качать его? Ну да, ну качать, это что-то думать. У него все великолепно сейчас с прессом. И у него была проблема какая? Ну, в России все врачи поголовно запрещали заняться спортом. Говорят, у тебя одна почка, ты что? Ни в коем случае. И он в итоге добрался до клиники МИО в штат, нашел там профессора, который специализируется на людях, которые удалили почку, заняться спортом. Дошел до него, то в чем проблема? Суть визита в чем? Ну вот у меня одна почка, анализы вот, ну, нормальные, все. Вот, а проблема в чем? Он говорит, ну вроде как запрещает, нельзя. А мне страшно же, все же запрещают. Он говорит, Алексей, голову не забивайте. Спокойно занимайтесь спортом. Он после этого сделал больше 10 айронменов, ультрамен, пробежал кучу марафонов за 3 часов регулярно, бежит. Поверьте, его состояние здоровья точно лучше тех врачей, которые ему запрещали это все. Ну вот да. Я просто еще один момент. Говорят, ну давайте тогда делать пробу с физической нагрузкой, например, перед тем, как бежать марафон. Это вот, только не приседания. Нет, да, ну хотя бы на велорегометре пусть. Ну хорошо, окей, вот я прихожу делать пробу с физической нагрузкой. Сделайте мне пробу с физической нагрузкой по стандартному протоколу. То есть 220 минус 50, 170, там где-то субмаксимум мой, до которого мне будут доводить 140. Мне, извините, у меня на 140 даже одышка не появляется. Вот просто вот показатели, какое на слайде, вот какое, на каком пульсе бегут марафон спортсмены-любители. Вот тут более 150, причем это достаточно возрастные спортсмены бегут. И финишируют на очень высоком пульсе. Вот у кого-то тут под 200 на финише пульса. Терапевтам лучше не показывать. Естественно, да. И поэтому вот эта вот проба с физической нагрузкой, банально сданная мной, она не даст никакого ответа. Еще здесь очень мелкие слайды, я просто вот... Знакомые фамилии все, наши соавторы. Да, кстати, да, очень приятно видеть. Здесь просто кардиальные маркеры уже после ультрамарафона. То есть, да, действительно, и тропонины растут, и пробиенпи растет, натриуретический пептид, и КФК растет, но через 24-48 часов все возвращается на исходный уровень. То есть это не говорит о том, что сердце убито. Нет, это естественная реакция на это. Сразу после игры в футбол мы смотрели, уровень сборной смотрели, миоглобин поднимается до 400-450. Сразу после игры в раздевалку, утром он нормальный. КФК через сутки возрастает, ну, в среднем в 5-6 раз. 1000-1200 это вообще для нас норма, для футболистов. Я сам высокий КФК, который в футболе видел, у абсолютно нормального человека, он тренировался, никуда он не девался, 6500, ну, то есть это мы не били тревогу, просто дали ему чуть отдохнуть в каком режиме, интенсивную нагрузку брали. Я проводил над собой эксперимент, бежал 3 марафона за 3 недели, Москва, Амстердам, Берлин несколько лет назад. А после амстердамского марафона через 3 суток, когда вернулся в Москву, КФК было высоковато, врать не буду, 9700, но ничего, то есть я жил и жил, я никаких мер не принимал. У меня есть друг Гриша Ленин, ты нас знаешь, в том году он бежал Золотое кольцо, 173 километра по Москве, сутки это заняло, 12 часов у него это заняло, в компании друга бежал, он сдавал анализы после, КФК 7200, ЛТСТ 500-600, миоглобин там тоже там 600-700. Коллеги, это вещи, ну, в этом нет ничего хорошего. Мы не призываем бегать 73 километра. Но бег это готовый, здоровый, это подготовленный спортсмен, подготовленный, который запитывался, питался, готовился, бежал по пульсу и так далее. Но эти цифры, о них надо знать. Здесь нет ничего катастрофического, не надо в реанимацию, да, на аппарат искусственные, там органы, печень, почки, да, абсолютно. Но вот просто, вот помнишь наши дискуссии с Татьяной Кирсановой, с нашей коллегой-нефрологом, с которой вот мы сейчас начали... Там уже креатинина условно. Работа, да, вот нефрологи-то, вот а у нее точка зрения, что повышение уровня креатинина, там, снижение клиренса, например, это является проявлением острого поражения почек. И который впоследствии... Да, является прогностически неблагоприятным. Я не могу сказать про последствия, просто... Но вот посмотрели, опять-таки, любителей... бежавших берлинский марафон в 1906-1907 году. Вот посмотрите на слайде, вот креатинин. Да, действительно, после марафона креатинин подрастает, цистатин С подрастает, клиренс почечный падает, действительно значимо. Через 14 дней, пожалуйста, все возвращается на круги своя, то есть все нормализуется. И что, они 14 дней не провели в больнице? Им не капали физраствор, амбирин, витамин С, они просто жили. И вот я попытался посмотреть просто, а вообще что, вот каким образом интерпретировать электрокардиограмму, вот просто кардиограмму покоя, например, у человека, который занимается спортом. Вот есть такие сиэтлские критерии, в 2012 году они появились. Давай, мы не будем сейчас разбирать патологию, это действительно патология, вот варианты нормы. Синусовая брадикардия, больше или равно 30 ударов в минуту. 100% допуска не будет. То есть, вот приходит человек, у него там меньше 40, там его чуть ли не на стимулятор будут. У нас в Инстаграме Фуркада собирались, мне кажется, там в мавзолей класть, когда у него выложился с тренировки, 24 пульса у него был. Не с тренировки, а покой, 24, все там в ужасе будут, да, все верно. Атриовентрикулярные блокады, вот даже второй степени, типа Мобиц-1, вот она не является... 1000% допуска не будет. Ну вот да. Неполная блокада правой ножки пучка Гибса, она вообще очень часто гипердиагностируется, там просто РСР конфигурация В1, а расширения никакого нету. Вольтажные критерии гипертрофелевого желудочка. Вообще вольтажные критерии у молодых людей, но их очень трудно оценивать, потому что тонкая грудная стенка, размеры сердца по сравнению с грудной стенкой просто они большие достаточно. Особенно, когда речь идет про спортивно-профессиональных. В этой когорте, да. Да, и уж ранняя реполяризация желудочков, это вообще является, с моей точки зрения, просто проявлением того, что человек занимается спортом. Она у спортсменов она присутствует сплошь и рядом. Бывали случаи, что с инфарктом миокарда путали и долго уговаривали парня или девочку лечь в больницу. Спастись, да? Да. Ой, хорошо. Еще один вопрос, который может быть это явно кроссфит, не настолько популярен, или ультрамарафон, когда мы говорим о рабдомиолизе, нет, поговорим уже о кроссфите, да, потому что кроссфит, специфические нагрузки, ну вот опять, вот берем там некого условно спортсмена, 51 год, вот делать ему нечего, вот он делает такой вот воркаут кроссфитовый, то есть он сперва 30 раз подряд подтягивается, потом он машет руками, значит... Коллеги, кстати, кто угадает фамилию этого человека, может писать, приз специальный будет. Да, на лыжном... Кто первым угадает, то тому вот приз. Да, и потом делает 30 волейболов 9-килограммовым мячом. Итак, 4 сета с перерывом в 2 минуты. Опять-таки, пиковая ЧСС вот в момент такой тренировки 182, да, что для 51 года, ну, это явно зашкаливающая цифра. Вот опять, каким образом мы можем, обследовав вот такого вот немножко сумасшедшего с первого взгляда человека, сказать, можно ли ему делать или нет, и чем ему это грозит? Опять же, кроссфит относительно... новый вид спорта. Да? И вот есть работа, кстати, с огромным количеством цитирований, там более 500 цитирований профессора Никола Мафули про повышение уровня КФК на фоне тренировки. И он предполагает, что высокий уровень КФК после обычной нагрузки интенсивной может быть предиктором в будущем развиваемой миопатии. Даже сейчас у здорового человека. Здесь, мне кажется, то же самое. То есть все эти изменения, весь мир это делает. Было бы это смертельно опасно и приводило бы к каким-то в дальнейшем отсроченным последствиям, опасным для жизни. Кроссфит относительно молодой вид спорта. Поверьте, что любая круговая тренировка у бегуна, любая тренировка у футболиста, хоккеиста, тут кроссфит рядом вообще не лежит. В принципе, да. Я однажды хоккеисты, я смотрел на них, да. Я просто смотрел, у меня уже пульс был 180. Вот я просто покажу следующие слайды. Вот действительно, креатин, КФК и миоглобин после высокоинтенсивного тренинга. Вот подскок миоглобина, то есть совпадает с твоими данными, вот то, что ты говоришь по футболистам, после игры, да? Олег, даже как с давлением. Это через 2 часа. Давление должно повышаться время нагрузки? Конечно, это нормально, но это нормальная физиологическая реакция. То же самое здесь. Проходит 24 часа, все это вылетает. Ну, КФК здесь просто выше, потому что у КФК, у него кинетика, у креатинфосукиназа другая, она через 48 часов будет только исчезать. Вот, а маркеры повреждения почек после высокоинтенсивного тренинга. Вот опять не буду вот просто занудствовать и по каждому маркеру комментировать, но просто можно посмотреть. Вот базальный уровень, вот следующий через 2 часа после тренинга, да, они повышаются. Через 24 часа опять-таки все эти маркеры повреждения почек, они снижаются до базального уровня, то есть они уходят на прежний уровень. И никакого сверхъестественного риска рhabdomиолиза здесь, естественно, нету. Любимая вещь — это высокоинтенсивные интервальные тренировки и влияние на маркеры повреждения головного мозга, потому что мы никак не можем понять, почему футболисты играют головой, а у них все нормально. Привыкают, видимо. Потому что вот смотри, вот первая сессия, до сессии, после сессии, да, вроде вот тут повышение идет. И S100 пептида, и нейронспецифическая налаза. А вот после шестой сессии, вот смотри, видишь? Практически, интенсивном стаже получается. Да-да-да, практически то же самое. То есть происходит некая адаптация головного мозга. Мы не можем сейчас объяснить, за счет чего это происходит, но у тренированного человека... Какое-то депо, может быть, есть? Ну, я сомневаюсь, на самом деле. Сегодня, кстати, вот мы обсуждали с коллегами эту тему, и было предположение высказано, что во время нагрузки повышается давление. И, может быть, это связано с повышением давления артериального, повышение у бегунов, повышение у футболистов не связанное. А потом просто по мере повышения тренированности адаптация происходит адаптация, да, сосудов, нету таких пиковых подъемов. Да, кстати, возможно, потому что, ну, действительно, человеческий организм удивительно пластичен, и вот таким нагрузкам. Может быть, как раз корреляцию считать с давлением. Да, он хорошо адаптируется. Ну хорошо, вот мы сейчас, ну давай уже, у нас время, да, там нам осталось 10 минут. Тоже знакомы все люди. Поговорим, да, о любимой теме, о самой актуальной теме, которая сейчас есть. Давай немножечко поговорим о спорте. Мы сейчас не будем там обсуждать вопросы, какой бывает допинг, как он действует вообще. Я просто хочу подчеркнуть, вот есть такое мнение, это мнение очень сильное. Говорят, что принимают допинг все спортсмены, не все попадаются. Смотрите, я сейчас как раз с нашими польско-швейцарскими коллегами, с авторами пишем статью вместе о доминировании россиян в некоторых видах спорта на выносливость. И в конце они говорят, вы не можете не написать о том, тему допинга. Потому что не исключено, что доминирование его связано с темой допинга. Вы пишите как угодно. Действительно, мы не можем не писать, когда идет исследовательского спорта, не можем не писать про допинг. Но сейчас наши лыжники точно чистые. Ну, их там проверяют 3-4 года, каждый день точно чистые. Лидеры в мире. То есть вторые и первые, мы Норвегия, 2 лидера в мире, правильно? Значит, можно, ходаки наши сейчас на чемпионате мира одного допустили, занял какое место? Второе. Ну, значит, можно. Прыгуны поехали, значит, можно. Лосицкене же стала чемпионкой мира, 2 парня стали вторыми, третьими, стала девочка чемпионкой мира. Ну, значит, можно. То есть это же получается, ну, это легко, понимаете, объяснять, что вот у нас, опять же, ментальность наша, все жрут. Ну, во-первых, не пойман не вор. Поверьте, что там, в том же футболе каждый год берется около 40 тысяч проб. Проб положительных 0,4, в других видах спорта 1,5, в неолимпийских видах спорта. Кстати, в черлидинге, в бридже, в покере, в бильярде тоже пробы берутся, и там они смотрят, наверное, попадаются. Ну, по глупости. Пробы берутся. Поверьте, что культура допинга, надо признать, в России некоторые виды спорта была очень широко развита. Тут глупо с этим спорить. Ну, она не только в России была развита, то есть у нас то одну федерацию, то другую. Не, мы говорим даже о масштабах. То есть с допингом активно борются везде. В Америке давно за допинг можно, за употребление можно просто получить уже не иллюзорный, реальный тюремный срок. Ну, там олимпийские чемпионки получают. Да. Об этом просто не хотят вспоминать, потому что эта тема непопулярна. Можно получить много минусов под публикацией, редакция не оценит и так далее. Мы же пишем. И мы тоже пишем то, что хотят люди услышать. Если говорить по факту, надо признать, что проблема была, надо признать, что в некоторых видах спорта до сих пор. Но когда мельдони запретили год, ошибочно, такая история. Вот о мельдонии просто, вот опять-таки, его, не знаю, какими-то совершенно инфернальными свойствами наделяют. То есть столько легенд. Хотя всего 2 публикации на грузинских дзюдоистах, там 7 человек. Да, во-первых, его эффект в спорте, он не доказан. На чем основан его эффект? Ну, он блокирует образование L-карнитина. А L-карнитин затаскивает в митохондрии жирные кислоты. Вот он просто похож, даже посмотрите, если на структуру, на L-карнитин. Митохондрии жирная кислота не затаскивает. затаскивается, соответственно, митохондрия вынуждена продолжать перерабатывать глюкозу. Ну, что более энергетически выгодно, там не остаются там, следы перекисления жирных кислот и так далее. С другой стороны, опять-таки, в некоторых видах спорта мельдоний, так он вообще он не допинг, он наоборот, он похуже будет действовать. Там, где, например, липолиз требуется в те же самые циклические длительные виды спорта, марафоны, там, марафоны, лыжи. Да. Это первый момент. Второй момент, там говорят, что нашим все завидовали, потому что у нас был мельдоний, а у них его не было. Ну, точно такой же препарат, также действующий триметазидин. Там, он был тоже запрещен, он за два года раньше, чем мельдоний. А мельдоний, соответственно, был в мониторинге. Там просто была полная глупость. Первое, его пропустили, то, что в мониторинге. Второе, реально не знали его фармакологические свойства. Когда он в мониторинг попал, кто должен был в первую очередь изучить его фармакодинамику? Ну, понятно, ВАДА, раз уж там, ну, серьезная организация, но раз они этого не делали, они этого явно не делали, все исследования, которые работают вот, есть по фармакодинамике, ты их можешь посмотреть, ну, ты их наверняка знаешь, они же все после. Да. И все пишут, ах, да, черт, все говорят, фармакодинамику, так далее. Но опять же, если уже мельдоний запретили, в первый год попали более 500 человек. Из них, понятно, подавляющее большинство СССР бывшие и стран там, где тренеры СССР. Но второй год 82 человека России, попавшихся. Ну это же надо быть идиотом совсем. Ну там нам реально, как я говорю, мой кот знает, что мельдоний запрещен. Ребята, объясните, что мелдронат это мельдоний и читайте непатентованное наименование препарата, по всей видимости. Это же просто катастрофа. Я тебе скажу больше. И сейчас периодически у нас есть горячая линия РФС по линии антидопинга, пишут периодически, нам врач команде, там второй, третьей лиги сказал, что ребята, чтобы быстрее восстановиться, надо прям пить мельдоний. А ему говорят, да он вроде запрещен, как на кому-то вы нужны, вас проверять не будет. Не будут. Но это же, ну это прям катастрофа. Но это, кстати, и так по куче пунктов. Да, но это, кстати, одна из проблем. Подозрение того, что люди смогут избежать допинг-контроля, потому что проблема любительского допинга в любительском спорте это вообще огромная подводная часть айсберга, которую мы не можем оценить. Это такой черный рынок. И оценить ее, я думаю, что будет и невозможно, да. Потому что антидопинговым агентствам мы по большому счету любители не нужны, потому что надо входить это огромные средства, им не до этого. Рассчитывать на честность. Я искренне не понимаю, зачем что-то есть, чтобы лично мне бежать там условно марафон за 2 часа 45 минут, да, за 3 часа, и буду я не 500. Выиграешь, что там, да. Не буду 500, а буду там 130-м. То есть, ну, как тешит 130-е место эго больше. Величие, по всей видимости, ты 130-й даже в конкретном марафоне. То есть так-то вроде 500, а это что? Ну, то есть никак. Причем, ладно бы, они же не мельдоний едят. То есть, если мы говорим о любительском спорте, понятно, слух не слух, там же идут ЭПО и стероиды. У нас ребята, даже в Фейсбуке же ходила фотография из аптеки в Киргизии, очень популярном месте тренировок наших любителей тоже. Ну, когда там стероиды, эритропоэтин, гормоны роста, просто на витрине аптеки уже сразу взгляд закрыл. Ну, после этого вообще ни о чем говорить не надо. Почему? Аптекарский бизнес, фармацевтический бизнес, там идиотов нет даже в Киргизии. Да? Фармацевты везде одинаково. Они понимают, спрос рождает предложение. И на прилавок, на самом виде, что выкладывается? То, что точно пользуется спросом, надо продать. И это же кто-то покупает. Вряд ли это покупают местные, не знаю, там, чабаны, которые проводят овец со станом вегетативным синдромом, правильно? Которым надо сил добраться. Или там, не знаю, там, с нанизмом, гипофизарнонизмом, правильно? Покупают китайский гормон роста. Ну, когда я видел фотографию, здесь вопросы все отпали сразу. Ну, естественно, это абсолютно неконтролируемое применение препаратов без контроля врача, тем более, что... А у какого врача вот, любители могут проконсультироваться, как принимать допинг? Вот просто. У обычного терапевта терапевт не знает. Врачей. Те спортивные врачи, которые с важным видом сидят и назначают ремберин или миланский коктейль. Я вот просто продемонстрирую, просто такой пример. Вот панангин, вот все знают панангин. Вот просто я посчитал, сколько нужно, чтобы обеспечить суточную потребность в магнии и в калии. Вот 3 таблетки в день, 6 таблеток в день, может быть 9 таблеток в день. Ну давайте посчитаем. Вот вы знаете, чтобы в калии обеспечить потребность суточную, согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, нужно принимать 87,5 таблеток в день. Ну ладно, давайте округлим до 80. 80 таблеток панангина в день. Это суточная потребность калия. С магнием, правда, полегче. Магний всего лишь 37,5 таблеток в день. Да, сам Бог велел. Да. То есть банка на 2 или, там, на приема и на 2 дня, и все. Вот. И при всем при этом, ну действительно, и вот эти вот слухи ходят, и эти препараты назначаются. Так что вот в отношении... А наш народ еще любит капельницы. Нет капельницы. И тренеры любят капельницы. Нет капельницы, значит ты плохой доктор, а капельница должна быть не может быть дешевой. Если ты делаешь капельницу себестоимостью 50 рублей, ты об этом знаешь, но ты делаешь за 50 рублей. Ну ты лох. Вот. А если ты реамберин это льешь, или физрастворец с глюкозой, а естественно еще розового цвета, что-то витаминчика D, да? А если, что, может, коллеги не знают, то, ну, надеюсь, вы не знаете, если такое случайно, миланский коктейль, Олег его знает. Это группа препаратов, контрабандно возят там префолика, прогрессивит, эзофосфин, сейчас она не производится, закрывали производство, сейчас по другим названиям начнет производиться. Вот это мифическая капельница, которая помогает всем, она всегда, эффект там просто на игле. Ты летишь, и если там, ну, если бессмертность, чтобы вы просто понимали, я просто знаю чуть о чем говорю, если бессмертность, там, ну, 1000 рублей, это прям вот, если прям вот жирно ее делать. Скажешь 5, 15, 20, а лучше всего работает капельница за 25 000 рублей. Ну, вот такая вот проблема. Ну хорошо, мы на самом деле подошли к концу, просто у нас еще есть несколько вопросов. Вот пока мы сейчас... До маленького перерыва у нас пришли такие своеобразные вопросы из Инстаграма сперва. Мы сейчас быстро ответим на эти вопросы, а потом сделаем перерыв на пару минут, и если у аудитории появятся какие-то вопросы вот по ходу нашего сегодняшнего разговора, мы там через 2-3 минуты снова выйдем в эфир для того, чтобы на них ответить. Ну вот быстренько, очень, буквально в двух словах. Те, кто спрашивал, мы обязательно в Инстаграме выложим более подробные ответы на ваши вопросы. Просто не думайте, что мы так... по одному слову скажем, и этим все закончится. Необходим ли спорт обычному человеку? Вот необходим ли? 100%. Системно, регулярно, постепенно. Вид спорта должен быть любимым. Не надо гнаться за модой. Какой вид спорта вам нравится? Системно, регулярно, с минимума всегда начинать. Тогда он точно в хорошей привычке, уменьшит вредные привычки и точно принесет пользу. То есть, если вы, девушка, хотели в детстве быть фигуристкой, и у вас появилась такая возможность в 40 лет начать тренироваться, ну, вам это нравится, идите, тренируйтесь. Если кто-то хотел играть, я не знаю, в хоккей, в футбол, но пожалуйста. Опять же, не надо пытаться делать четвертые прыжки. Ну, да, месяц, нет, да. Естественно. Ну, то есть, конечно. Хотелось бы узнать про нехирургическое лечение импиджмент-синдрома. Голень, я думаю, что это... Если мы говорим про стопу, это самая частая причина болей в стопе. Я не знаю, кто вопрос задал, но вы должны запомнить, что импиджмент-синдром, там несколько разновидностей, задний, передний, передний медиальный, передний латеральный и так далее, он всегда начинает лечиться консервативно, всегда. Операция строго по показаниям, когда точно выяснена причина импиджмента. Это как чаще остеофиты и так далее, поражение хряща. Но я считаю, что ни один любитель-спортсмен не имеет права лечить импиджмент-синдром оперативно, потому что он всегда может справиться консервативно, если грамотно лечить. А этически, как считаете, доктор может убеждать пациента или может только предложить? Это зависит от модели взаимоотношений. Мы в России привыкли, что у нас патерналистское взаимоотношение врача с пациентом. Врач сказал, пациент сделал. Существует, например, кооперативная модель взаимоотношений, корпоративная, когда и та, и другая сторона говорит о собственных интересах. Существует партнерская модель взаимоотношений. То есть, как вы выстраиваете свои взаимоотношения с врачом, так и работаете. Негативные последствия занятия спортом во время поста. Ну вот, Олег Букарович, ваш выход. Ну, правда, Олег Букарович изучал, и я с ним вместе не мешал ему изучать влияние Рамадана, мусульманского поста, на двигательную активность во время матча. Которые более жесткие. Да. Мы не увидели негативных различий на двигательную активность во время матча РПЛ. На самом деле, откровенно скажем, нет негативных последствий занятий спортом во время поста. Кстати, большинство исследователей тоже пишут, что и про пост и мусульманский, но про православный пост мы не читали. Да, христианский, нет, смотрели, христианский пост, мусульманский пост. Там можно, а вот мусульманский пост жесткий, где депривация, да, получается, да, приема пищи, даже там нет. Синдром спортивного сердца, как избежать, диагностировать, пофиксить. Ну, на самом деле, диагностировать, сделать эхокардиографию, потому что здесь важно не спортивное сердце. Здесь надо понимать, что человек под этим словом гипертрофическую кардиомиопатию важно не пропустить, потому что это противопоказание к занятиям спортом. Вот, если гипертрофической кардиомиопатии нет, и есть небольшая симметричная гипертрофия, но, наверное, никак не избежать, потому что это последствия занятий спортом. Вот. Другой разговор, что поддерживать в течение жизни потом нужно физические нагрузки, то есть не надо резко бросать. Какие добавки помогают успокоить, ну, наверное, видимо, усилить все-таки жиросжигание и как применять. Но они еще не классические, но надо ли их называть здесь? Мы не будем заниматься. Классические добавки, которые ускоряют явно жиросжигание, не могут навредить. Сейчас мы назовем, вы их купите и навредите, потом будете нас клять. Только будьте осторожны, очень многие биодобавки, они содержат в себе там недекларированные, особенно китайские, недекларированно добавляемые там эфедрин, эфедру, вот. То есть это просто опасно их применять. Как пациенту отличить хорошего доктора от плохого, которого диплом забрать надо. Ладно, пропустим. Имеет ли значение, какую модель и где ставит суточный монитор ЧСС и артериального давления спортсмену? Ну, в принципе, Ну, давайте так, он, монитор ЧСС должен быть не фрагментарным, а лучше в 3 отведениях, чтобы он писал, ну, как минимум в 2. Ну, то есть 24, ну, 48 часов, а если есть подозрение на какие-то нарушения ритма, то есть такие луп-мониторы, которые по петле пишут в течение недели. Здесь, конечно, ну, надо просто у кардиолога консультироваться. Помогает ли сауна и баня худеть? Финны очень активно эту тему изучали, у них куча работ научных по эту тему, на теме вывод такой. Насчет худеть. Ну, понятно, что вы придете в сауну, можете сбросить, ну, там, все виды спорта, где есть категории весовые, вам подскажут, что да, помогает, вес сбрасывается. Ну, за счет, понятно, за счет чего. За счет воды. Да. Да. И плюс вы нагреваетесь, да, температура ядра повышается. повышается да, обмен просто, да. Просто. Но сауна, когда по делу применяется, у физически подготовленных людей, часто применение сауны 3-4 раза в неделю улучшает качество жизни и продолжительность. У неподготовленных часто она вредит. Поэтому, если вы хорошо занялись спортом, часто ходите в сауну, это только плюс. Плюс, это касательно, кстати, финны проверяли, и детей маленьких, видят только пользу. По поводу питья, прием спиртных напитков в сауне, ну, 2 риска. Ну, риск того, что просто, грубо говоря, по пьяни можно травму получить. Но они не видели нарушения ритма, ухудшения ритма во время приема на фоне сауны. Мы говорим про сауну финскую. Угу. По-русски баня вот мы пока, к сожалению, ну, также по моржеванию работ пока нет. Научных данных пока нет. Ну, приличных журналах имеется. Можно тоже задам вопрос, почему на вас на обоих кружочки. Это, видимо, по поводу фотографии, которые вы выложили. Я считаю так, лучше кружочки, чем крестики. Ну, да, это я бы сказал, что это такие маленькие нимбы. Просто они пока у нас еще не выросли. Где взять, где обычно берут средства на проведение научного исследования? Мы с Олегом Букаровичем на наше исследование взяли деньги из своих карманов. Вот, но мы рассчитываем, что нам скоро позволят открыть совместную дисциплинарную лабораторию, и мы будем получать деньги от института, где мы ее откроем, плюс гранты, которые... Гранты, потому что, да, конечно же, в медицине... Весь мир на этом, в принципе, живет. Да, мы не можем проводить исследования, там, или почти не можем проводить исследования лекарств, потому что мы вот тут отдекларировали, да, свою позицию, все-таки спорт должен быть чистым. В основном гранты, конечно, в спорте. Ну хорошо, коллеги, мы сделаем сейчас, мы уйдем на перерыв на пару-тройку минут, и если появятся вопросы, мы потом на них ответим. Коллеги, мы вернулись, пришли вопросы. Ну, вопросы нас порадовали, потому что вопросы по делу в основном. Давайте начнем. Здравствуйте. Какое влияние оказывает алкоголь на силовую тренировку, на аэробную тренировку, на работу внутренних органов, сердца, печени, неразовый, а регулярный прием алкоголя? Ну, наверное, все-таки речь идет не о таком запойном пьянстве, да, то есть мы говорим не о алкоголиках, а когда люди пьют, ну как... Когда алкоголь просто является частью пищевого рациона, к примеру. Ну, Эдуард, мы на эту тему тоже спорили, давай, твое мнение. Ну, кстати, мы изучали, потому что есть такой стереотип, который поддерживают некоторые спортсмены, что бокал пива 2 после тренировки, он способствует восстановлению. Мы эту тему изучили, все это чепуха. Есть четко данные, что в переводе на безжировую массу тела там, до грамма этанола на килограмме жировой массы тела, то есть, условно, если вешу там 100, жира во мне там 30 килограммов, то 70 граммов получится. То есть это бокал пива. Не ухудшает различные параметры восстановления, не улучшает ни в коем случае. Все, что выше, соответственно, ухудшает. Изучали работу бегунов после приема этанола, тоже небольшой дозы. Практически по всем параметрам видели ухудшение. То есть первый постулат, даже, ну, изначально, понятно, маленькие дозы, потому что это вопрос этический, да. Первый постулат, нет доз этанола, которые что-либо улучшают. Есть дозы этанола, которые не ухудшают, но это, даже понимать, это мы говорим о разовых дозах, это маленькие дозы. Поэтому стереотип, миф о том, что этанол, спиртные напитки, пиво, да, оно улучшает восстановление, это миф. С этим просто глупо спорить, причем я говорю не свое личное мнение, это строго на основании научных публикаций в хороших журналах. Ну, к сожалению, я вот не могу поспорить, потому что я бы и рад, конечно, начать отстаивать точку зрения, что пара кружек пива после тренировки это хорошо. Честно говоря, нет, это действительно нехорошо, это не приводит никаким плюсам. Более того, ну вот, например, там, в предсоревновательный период, вот я не профессиональный спортсмен, но, скажем, там, перед стартами, скажем, марафонскими, полумарафонскими, там, за 2-3 недели я ну, сейчас пришел к выводу, что лучше отказаться от алкоголя вообще, то есть вот нулевую толерантность. Вот, ну, вот, по крайней мере, на этот период. Так что... А здесь еще есть второй еще момент, что многие авторы пишут о том, что применение алкогольных напитков, оно нарушает пищеварение в каком смысле. То есть те углеводы, которые нужны для того, чтобы восполнить депо гликогена в организме, за счет применение этанола, то есть нарушение пищевого поведения и нужного углевода просто не откладывается, депо не восполняется. И плюс при травмах, конечно, есть такой принцип do not harm, чего нельзя делать при травмах мышц, связок и так далее. И отказ от этанола идет на первом месте. То есть при травмах точно нельзя. Ну и еще такой момент с пивом связано. Пиво еще такую подлянку несет в себе, оно просто усиливает диурез, это потеря электролитов идет. Это какой большая эксцессивная потеря. Кстати, у пьющих людей, у них просто ниже уровень магния, например. То есть действительно вот, дефицит электролитов первым развивается дефицит магния в организме. А восполнять депо магния это довольно долго и сложно. Сейчас Олег Букарович себя приговорил, и вы никогда не видите в эфирах федеральных каналов, которые спонсируются пивными лобби. Так, хорошо. Следующий вопрос. Поливитаминно-минеральный комплекс, омега-3, витамин D, железо. Необходим ли всем занимающимся спортом? Витамин D пьют точно все. Давай подробнее по поводу витамина D, потому что момент такой. Знаете, я в этом году спорный. 3 статьи написал по этому поводу, в том числе 2 статьи в журнале Nutrients. Там рецензенты нас рвали, метали, то есть я в тему погрузился волей-неволей. Надо четко понимать, мы живем в России, у нас подавляющее большинство территории страны находится в той зоне, где солнечные лучи попадают не под тем углом, да, все, точка. Все рассуждения о том, что можно с пищи, нельзя с пищи, нужно количество постоянно получить, даже не обсуждается. Поэтому добавки пьем, каких-то токсических доз мы не ожидаем. Обычно спортсмены вот в сборной, вот сейчас я знаю команда РПЛ, все пьют по 5000 единиц витамина D3, не D2, D3, пьют каждый день. Честно скажу, ни разу я не видел ни одного уровня витамина D, концентрация выше 100. Нанограмм на миллилитр. Ни разу не видел. То есть каких-то там токсических воздействий мы точно не видим. И опять же бояться смысла нет. Вариант того, что мы ехали на море, 2 недели побыли, словно Марбелии, там, не знаю, там на Мальдивах. Этого не хватит. Точно нет. Почему? Этого Потому что мы обрабатываем солнечными кремами. Да, даже если не обрабатываем. А есть большие работы Гамильтона по футболистам катарским. Так он вывел там чуть ли не 80% дефицита витамина D. Почему? Тренируются вечером, одеваются своеобразно, ну, за счет религии, за счет жары и так далее. И обрабатывают кожу солнцезащитными кремами. Все, откуда там дефицит. Поэтому пить точно надо. Омегу пьем, да, пьем по 1000 миллиграммов. Американцы считали, даже у американцев выходит 150 миллиграммов в день в среднем. Омега это где-то рыба жирная сорта. Мы живем с каждым годом лучше в нашей стране. Ну, да, денег на дорогие сахары. Хорошую рыбу мы едим все меньше и меньше. Да? Вот железом потяжелее. Почему? Потому что все же пить его без анализа в крови точно не стоит. Нет, если нет железодефицита, да, если вы не упоротый веган, да, то нет, потому что гемохроматоз, да, это все-таки реальная вещь. Это прям совсем плохо, да. Но группа риска это люди, все девочки, занимающиеся, да, спортом, видами спорта на выносливость и видами спорта, где есть весовые категории, где они гоняют веса, опять же сидят на диете. Про нагрузочные тесты все верно, приходится уговаривать специалистов проводить тест на максимально возможном пульсе. Ну, это, давайте сразу скажем, если вы спортсмен, если речь идет о соревнующемся атлете, если речь идет о хорошо подготовленном любителе, то, ну, наверное, да, имеет смысл догонять до максимального пульса. Если мы говорим о человеке, который пришел, что называется, с улицы: доктор, я хочу бежать, там, заниматься спортом, бежать марафон, протестируйте меня, я там хочу догнать пульс до максимально возможного, нет, это слишком большой риск получить какую-то неприятность в момент проведения нагрузочного тестирования. Все-таки давайте отделим спортсменов от Я соглашусь, популяции. Потому что я провел за свою жизнь там более 150 подконтрактных осмотров футболистов высокого уровня, иностранных, российских, и действительно мы их загоняем, заможаем, можно сказать, они у нас на дорожке. Причем, опять же, они не бегут, нет смысла бежать, потому что они тренированные люди, если угол не поднимать, то они могут бежать до скорости 25 км в час, догонит, то нам уже не до сердца, да, то есть там уже не упасть без дорожки. Ну, поэтому да, мы поднимаем под углу Брюса спокойно, да, поднимаем, главное, пусть разгоняем. И здесь Олег Букарович прав, почему? Потому что мы знаем и ЭКГ, мы знаем уже УЗИ, мы же историю их заболеваний знаем, мы предполагаем, что можно загонять. Человека обычного, да, максимально загонять точно не стоит, но это просто, во-первых, немногие выдержат, и это просто какие-то все же, как ни крути, страдания. Вот один из случаев, когда я забраковал футболиста, назовем это так, у нас был, когда он прошел тест практически до конца, и уже на пике нагрузки он еще одну ступень, чуть ли не по его просьбе шел, можно еще. И вот на этом пике нагрузки мы увидели депрессию сегмента СТ, начали потом докручивать холдер и так далее. Выяснилось, что у него потом холдер на сутки повесили. Выяснилось, что у него до 6 эпизодов урежения пульса ночью, до 11 ударов в минуту. Опа. Да. То есть здесь там был большой шум, скандал, до него никто не подписал, ни мы, ни потом клуба, кто он ездил. Не подписал, в смысле, да. не купили его, да. И в итоге он карьеру закончил, потому что тут надо калий-стимулятор ставить, а не футболом заниматься. Да. Как психосоматика борется в большом спорте? Резкое поднятие давления, пульса и т.д. Имеется в виду предстартовая лихорадка, по всей видимости, да? Хороший, на самом деле, вопрос. Ну, честно скажу, Иван, вот я сколько видел футболистов перед стартом, сейчас мира по футболу. В 2014 году у нас был случай, когда футболист прям в тоннеле перед игрой с Бельгией на Маракане стоял, побежал в раздевалку, тошнить, работа началась. Бледный, как, вот, знаете, как лист бумаги был. Ну, на него смотришь, ты понимаешь, что человеку не до футбола сейчас, да. Как с ним бороться? Кто-то с опытом успокаивается. Очень много проходит от тренера, зависит от настроенности и так далее. Но это, честно скажу, какой-то психологический момент, аутотренинг, все это дело, конечно, красивые слова, все, но, честно скажу, на самом высоком уровне это уже не работает. Причем ты можешь как все годы настраивать, ты выходишь на поле, условно, футбол, напротив тебя Лионель Месси, и все ваши настройки психологические могут закончиться, он тебя 2 раза еще качнет, 2 раза между пробросит, и из-под тебя 2 раза забьет. Да? Вот, тут уже можно рассуждать чем угодно, в следующий раз вас будет трясти еще больше. Поэтому здесь только или изначально есть такая же ментальность, именно эти футболисты спортивно доживают до высокого уровня, чаще всего. Если этого нет, я не видел футболистов экстракласса, которых бы трясло. Средних – да. Ну, на самом деле, есть еще другая крайность, так спортсмены так их называют рыбья кровь. Им что старт, что тренировка, им все абсолютно все равно. Плохо. Да, тоже плохо. По барабану. Тоже плохо, то есть, да, тоже плохо. А ты можешь проплыть быстрее? Могу, а что не проплыл? А зачем? Тоже плохо, да. А биохимические критерии перетренированности и ее лечения. О, Антонина прям, знаете, прям вот часов на 6-7 лекция. Да. Антонина, честно скажу, если говорить про любительский спорт, прям не заморачивайтесь. Чего-то такого, что прям покажет именно перетренированность, да как правильно сказать-то, господи, вы не увидите прям такого, что вот, о да, точно она. Низкое железо, но, наверное, это не... Это проблема, Эдуард, да? Тут сразу же тоже от Антонины, я думаю, та же Антонина, сразу же идет вопрос, имеющий отношение к этому. Индекс соотношения тестостерона, кортизола для диагностики перетренированности. Да, я понимаю, о чем вы. Точно нет. Точно нет. Очень уж лобильный, Особенно, ну, кортизол, понятно. Ну, это такая городская легенда, на самом деле. Да, 100%. Да, это городская легенда. И, кстати, в последних работах, уже последних не изучали, а по поводу биохимических каких-то маркеров, есть тесты, которые может выявить перетренированность. Тяжелый тест, 2 раза нагрузка, специальный гормон смотрят до-после. Они описаны, но я думаю, что в России ни разу такого теста не проводили. Все остальное мочевина, кортизол. Единственный нюанс, когда кортизол падает, ниже границы, но не повышается, а падает. Мы несколько раз видели после сотрясения мозга, после тяжелых перелетов и на фоне вот начинающегося перенапряжения патологического. Но там падает все. Из лимфоцитоза не уходит лимфопению. Важный параметр, но опять же, если внешне он здоров. Ну, это уже говорит о длительном, хронический стресс уже с истощением. Да, потому что у нас, вот о чем речь, да. А поэтому мы ориентируемся, мы хотим, чтобы у футболиста был лимфоцитоз, мы радуемся этому. Вот когда из лимфоцитоза уходят в лимфопению, это прям самое худшее, я пару раз в жизни своей это видел. Ну вот тут просто крик души, гипоксен, и снова, что можно сказать про гипоксен, вот такой интерес к гипоксену. Ольга, аналог у бихенона. Бихенон в переводе там, с греческого вездесущий. Больше всего можете его в мясе, в говядине. Вот. Гипоксен, да, окислитель оксидов всего больше. Если верить Кулиненкову, да, классической книге нашей российской спортивной. Мы раньше применяли активно. Это олефен называется. Он в Москве проводится 8 марта. Раньше мы применяли каких-то чудес. Точно нет. Вариант, что вы выпьете, раньше был, знаете, схема была 6 капсул, коричневые капсулки, выпил, начал отжиматься, больше куда-то побежал. Такого не будет, поверьте, точно. Настольная книга лично для меня. Настольная книга по современной спортивной медицине. Лично для меня это Брюкнер Хант. Классическое руководство, 2018 год, последнее издательство, большая такая книга. Ссылки в интернете отдельно в чаптере находятся. Поверьте, прочитав ее, она понятна на английском языке. Вы прям будете, если вы врач спортивный, будете прям богиней. Ну, вот такой толщины, это надо читать придется, да, надо признать, читать придется долго. Да. Есть ли в футболе спортсмены с вирусными гепатитами? Точно есть. Я знаю, возможно, здоровый вирусоноситель. Я знаю 3 футболистов, одного из них все вы знаете, он в России уже не играет, он великий футболист иностранный. У всех 3 гепатит Б, спокойно играет, никто им никаких препятствий не чинит. Единственное, мы смотрим анализы, так же, как у всех остальных, по активности печеночных ферментов и так далее, никаких проблем нет. Помогает ли кому-то магнитотерапия? Применяется ли она в иностранных клубах? Да, применяется магнитотерапия, низкоиндуктивная магнитотерапия. Единственное, что она должна применяться не 10-15 минут. Вот мы при стрессовых повреждениях, при определенных отеках костной ткани, при тендинитах, при синовитах применяем в режиме 5-6 часов низкоиндуктивной магнитотерапии. Специальные такие аппараты, если мы их за границей привозим, они с ними спят. Прямо за сборной таких 6 или 7 аппаратов. Ребята из клуба приезжают с какими-то проблемами, опытные ребята сразу разбирают. Ну, молодые ждут, когда им тоже до них очередь дойдет. В клубах иностранных точно применяется. Точно знаю, в итальянских клубах всех, в Барселоне играли тоже точно. За счет чего восстанавливаются хрящи? Они что, не восстанавливаются? Такой вопрос. Иван, если у вас условно хондромаляция 4-й степени, как нервные клетки. Да, да, то есть хрящ не восстанавливается. Если вам кто-то говорит, что хрящ восстанавливается, вам лукавят. Скорее всего, это немножко некорректная реклама метода. Да, это неправда, и не платите за это, честно вам скажу. Дорогие коллеги, большое спасибо за внимание и за вопросы. Спасибо, Олег, спасибо большое.